Хиллари Клинтон во время ее официального визита в Египет забросали помидорами. Как сообщают, инцидент произошел после выступления главы американского внешнеполитического ведомства в Александрии, где она открыла консульство США, закрытое еще в 1993 году из-за нехватки финансирования. Хиллари в сопровождении египетских чиновников продвигалась к своему автомобилю. Однако на пути ее поджидала разъяренная толпа египтян, не согласная с избранием президентом Мухаммеда Мурси из братьев исламов и США, выразившим поддержку новому главе Египта. Люди бросали в сторону Клинтон помидоры и ботинки. Кто-то даже бросил бутылку с водой. Толпа выкрикивала «Моника, Моника», напоминая Клинтон инцидент с изменой ее мужа и бывшего президента США Билла Клинтона. В то же время Клинтон заявила, что США никакого давления на избирательный процесс Египта не оказывала. «Хотела бы подчеркнуть», – заявила Клинтон, – «не США определяли, кому победить, а кому проиграть. Мы бы не стали этого делать, даже если бы могли». Но понятно, это не в наших силах. Между тем, накануне Клинтон в ходе встречи с новым египетским президентом заявила о поддержке Вашингтоном полного перехода к гражданскому правлению в Египте и о том, что египтяне получили ту же власть, которую сами же выбирали.